Все, кто делает жизнь невыносимой. Че это тут у нас? Покажи. Делает жизнь опасной. Что, если можно что-то изменить? Фильм компании Netflix. Тетрадь смерти. Того, чье имя записано в этой тетради, ждет гибель. Приступим. Ты... бог смерти? Да. Как именно действует эта тетрадь? Запиши имя, и увидишь, что будет. Мы раскроем не пару преступлений. Мы раскроем все преступления. Думаешь, я ненормальный? Думаю, ты слишком нормальный. Мы изменим мир. По мотивам культовой саги, на счету убийцы более 400 жизней. Хотя мы не знаем, как он убивает своих жертв, точно можно сказать, что речь не о всемогущем божестве. Он человек. Как вы и я. Ты сам полетел к солнцу. Я лишь прослежу, чтобы ты сгорел. Мы уже не на стороне добра. Надеюсь, ты хорошо подумал. «25 августа. Правосудие свершится. Клянусь, тебе не жить!» Лайт! Им нужен Бог. Будет им Бог. Тетрадь смерти. «25 августа».